Всем привет, друзья, с вами Алариэль. Продолжаем наше приключение в Нажатаре. Все тот же World of Warcraft битва за Азерот. Собираем какие-то дейлики, если можно их так назвать. А вот, а там разберемся. Я, кстати, не знаю, стоит ли прокачивать дальше этого парня или взять кого-то из других. Ладно, давайте. Уже буду апать его. Будем надеяться, что это верное решение. Но, как обычно это бывает, это не точно, да? Так, что у нас по сундучкам? Давайте глянем. Ага, все. Мусор скинут. Ну и славно. Так, сейчас возьмем очередной квестик. На убийство какой-то нечисти. Такс. Чудно. Что у нас здесь? Страж душ. Чудно, чудно. Так, упавший росток морской капусты. Ага. Ну давайте сейчас мы это все дело. Раз, два, три, четыре, пять. Чудесненько. А Шара и ее подданные худшие из чудовищ. С ними нужно покончить здесь и сейчас. Согласен. Глубинные скаты. А здесь... Ага. Возможно, вот это. А может и нет. Нет, это не то. А давайте посмотрим, что ж мне нужно. Так. Там серьезные парни. Будем осторожней, дабы не нарваться. Очередные липкие водоросли. И ничего нет. Так, нашим войскам необходим провиант. Хотя разгеморской капусты не самая вкусная еда, они очень питательные. Главное, на поэтому, окей, если найдешь разгеморскую капусту в Нажатаре, пожалуйста, передайте их интенданту. Ладно. Коль такой расклад, давайте вернемся на тройку. Я так предполагаю просто, что... О, а вот эти морские. Морская капусточка, да? Ладно, давайте уже с вами разберемся. Коль вы уже сами пристали. О, а там вон еще морская капусточка. Чудно. Только собирался убегать, так она сразу и объявилась. Почему так не всегда? Крабы дерутся. Опа. А, иди сюда. Кстати, надо бы ядики немножечко переобновить. А то у них там совсем ничего. Ух ты, блин. Иди сюда. Сначала нужно выбрать цель.
Давай, иди сюда. Что за фигня? Вот дичь. Ну а так, норм? О, другое дело. Ух, они пробивают, неплохо. И сколько мне таких 15 штук надо накосить? Серьезно? Очень даже серьезно. Но выполнимо. Привет, главастик. Мне нужна цель. А как мне отдотянуться-то до сих скатов? Что-то они уж больно высоко летают. Оу. На 9 миллионов ската я вряд ли смогу забороть. Ладно, будем искать, я так предполагаю, не по всему. Нас же тару разбросаны. Эти койоты. Так, это олени. Не, ну нафиг. Оленей трогать не будем. О, они уже сами. Тут как тут. Так, ладно, ладно. Опа. Чудесненько. Дев подняли. 688 тонн. Ну, даже не знаю. Слишком далеко. Можно попытаться, конечно, если я до него достану. Но хрен там до него достанешь. Пошли вон. Блюдки. Так, а вот искатик. Нужно подойти поближе. А, ну стой. Не достаю. Слишком далеко. Нужно подойти не, ну поближе. Я... Так я не достану. Чё-то какая-то... Несправедливость прям-таки. Не как же прикажете мне этих скатов добить? И непонятно. Ну ладно. Чё поделаешь? Поеду сюда. Тут где скаты обитают, а? Опа! Та ё-моё, ну не 9 же миллионов. Что ж за засада-то такая? За королеву! Оу, фак. Многовато вас. Ходу. Мои слуги всегда рады новым гостям. Поверь, они не оставят тебя без внимания. Чё, я молодец, типа? Какое слабое выступление. Я знаю. В следующий раз... Да, прикиньте, как я
подскочил вовремя. Я бы сказал, очень легко вовремя подтянулся. Так, давайте сюда. Лорд, вор. Помощь нужна. Еще как? Сейчас разберемся быстро с этими упырями, а там и за лорда возьмемся. Походу кнопочка найти группу, так чисто для понту. Странно. Паренечек, что-то он там танкует все-таки. Старается. А стан работает. Та, песня. Только как-то он уж больно быстро прошел. Ё-моё, кто там подтянулся? А? Какой-то лог. Когда я тут уже практически его убил, он решил подтянуться, засранец. Убито командиров Наг. Давайте поглядим, что там за командира. Командиры Наг, да? Но это определенно внизу. Ой. Шарахнулся, как я. Ага, ясно, это элитные засранцы. Ну что, справимся с элитником, я думаю. Воу. Было лихо. Это не наше? Не. Даже, блин. Ух ты, ё-моё, кораблик какой-то. Дальше. Сейчас быстренько с элитничками разберемся. Я надеюсь на это. И попрем дальше. Приятно с этим дебафом. Так. Да? Чего тебе? Слишком далеко. Кстати, вот хотел сейчас как раз отхилиться и хорошо не стал юзать, потому что под этим дебафом будет очень нехорошо хиляться. Но так совсем другое дело.
по 10 косарей, можно сказать, в секунду. Так, командиров еще один остался, и все будет хорошо. Давай. Пошла вендетка. Сейчас развалится. За секунды. Чудно. What next? А next это у нас вот этот защитничек. И направо, да? Перед леди Зариса. Блин, а тут... Кто из моих подданных, наверное, опять эту голову, да? В мою честь. Ну как я могу отказать? Вот это такой геморрой, конечно, с ним сражаться. Ай, ох ты, блин. Давайте посмотрим. Как его там звать? Кикс-Жу, голос глубин. На-на-на, Кикс-Жу, давайте поищем. Задание, поиск. Ха-ха-ха. Кикс-Жу. Подписаться, бал. А ребята здесь? О, здесь. Ой, ой. Чё-то я не вырубаю. Ага, Мунфин, по всей видимости, просто кого-то вытянул, да? Мне нужна цель. Ну, гоу! Хули смотреть-то. Ща вольем, что есть мощи. Ого, БЛ-ка. Та песня. Бля. Побежал. Дранс Чупа, это этот? Вряд ли. Конечно, чуть у ребят гораздо больше хп, чем у меня. Кое-кто из моих подданных жаждет совершить подвиг в мою честь. Да ёб твою за ногу. Чё за дичь? Пришел, увидел, получил в бороду. Да. Почему нет квеста на кого-то другого чувака? Вечно, блин, выпадает эта гребаная голова. Наш бесит.
Кое-кто из моих подданных жаждет совершить подвиг в мою честь. Не-не-не-не-не, спасибо. Нужно подойти поближе. Ну да, у них там по 300 тысяч. Практически у всех. Один я слабенький. А вдруг когда-нибудь ты даже сможешь послужить мне? Ну, это не точно. Походу тут где-то рарник должен быть. Но это не точно. А ну, смотрим. Да, походу, что-то не совсем точная инфо. Привет тебе. Добрый, добрый. Наглядно. Побегу наверх. Оттуда сделаю кружок и вот этот вот. Замечательный квестинг, забегу, посмотрю, что там дают. Не, не склик. Не туда я. О, другое дело. Но что-то мне подсказывает, что я не найду этот квест. Я, по-моему, уже сюда прибегал и не раз. Давайте попробуем зайти. Сейчас еще. Ну вот так вот. Может так найду. Интересно. А, найти ключ. Все, знаю. Ключи у этих как раз чуваков. За королеву Аншару! Так. Ох. Серьезный паренек. Сначала нужно выбрать цель. Блин, не вовремя он, конечно, этот свой щит грёбаный дал. А вот и ключик. Чудесно. Да. Вот это не вовремя. Нет цели.
Можно подойти поближе. Чувих, отдыхай. Прыжочек веры. Хорош. Даже удался, на удивление. Ну, поплыли дальше. Я все-таки встречу адскую рыбину. Но похоже, что нет. Пожертвовать собой ради многих — смелый поступок. Пожертвовать многими ради себя — да, смелость — это не про шару. Так, друзья, думаю, что, наверное, сейчас мы с вами закончим на сегодня. Продолжим уже с вами в следующей серии, поэтому всем спасибо за просмотр и очень скоро с вами увидимся. Всем пока-пока.